вечер, дорогие друзья! На сцене Костромской государственный оркестр народных инструментов. Сегодняшний вечер для нас и волнителен, и радостен, и немного торжественен. Ведь сегодня Костромская филармония завершает концертный сезон. Сезон интересный, насыщенный, яркий и запоминающийся. Для оркестра народных инструментов это был еще и юбилейный сезон. Мы провожаем его с теплотой. Ну и надеемся, что вы, наши любимые слушатели, которые практически все знакомые лица сегодня в зале, практически все провели этот сезон в нашей хорошей компании, мы, соответственно, в вашей хорошей компании, завершим мы его тепло, дружески, радостно, по-доброму. Сегодня мы приглашаем вас в волшебный мир оперетты. Ах, оперетта, дама ветреная, блестящая, капризная, но милая сердцу русского человека. Странно, но именно в России оперетта прижилась, как ни в одной другой стране, ибо даже на ее родине, во Франции, нет ни одного театра, который бы специализировался только на постановках этого жанра. А в России есть. В чем же волшебство оперетты? В удивительной легкости и воздушности, которая придает нашему настроению этот жанр. Это очень солнечный жанр. Оперетта оптимистична даже в самых лирических моментах. Она учит жить и мечтать. И любое мрачное настроение способно сделать праздничным. А именно этого мы хотим сегодня достичь. Об одном из ярчайших советских композиторов Исааке Осиповиче Дунаевском смело можно сказать, что как музыкант он родился в театре. Дунаевский по праву считается классиком советской оперетты. Итак, именно с произведений Дунаевского мы и начнем наш удивительный, праздничный, радостный концерт «Русская оперетта». Исаак Дунаевский – увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». Играет Костромской государственный оркестр народных инструментов. Художественный руководитель и дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Сорошкин. Thank you.
легкий жанр. Однако для того, чтобы добиться этой легкости, необходим особый артистический и вокальный талант. Ведь артист оперетты – это и певец, и актер, и танцор. Он должен быть многогранен и, что немаловажно, искренен. Иначе легкость превратится в наигрыш и фальшь. А этого не приемлет ни жанр оперетты, ни чуткий зритель. Сегодня у нас в гостях настоящие мастера своего дела, специальные гости нашего концерта – арт-дуэт «Граэль». Это победители международных конкурсов, ведущие солисты Московского театра оперетты Юлия Гончарова и Максим Катарев. И мы продолжим тему русской оперетты и ее, как бы сейчас сказали, амбассадора Исаака Дунаевского. Дунаевский – мастер, владеющий самыми тонкими секретами музыкального творчества, художник выдающегося масштаба. Однако не все его оперетты равно популярны. Например, «О вольном ветре» все мы во многом благодаря экранизации слышали и знаем, а вот «Золотая долина», написанная в 1937 году, или «Сын клоуна», он был написан в 1950-м, известны гораздо более узкому кругу. Но именно музыка позволяет исполнителям возвращаться к ним снова и снова. Дунаевский, «Ариозы Ирины» из оперетты «Сын клоуна» в сопровождении оркестра поет Юлия Гончарова.
Спасибо. Это Дунаевский романс Николая из оперетты «Золотая долина». Солист Максим Катырев. Повсюду с тобой, лишь с тобой, Стелла, повсюду.
Самый любимый в России оперетточный композитор Имре Кальман сначала написал «Принцессу цирка», действие которой происходит в России, имеется в виду оригинальная пьеса, а потом и вовсе женился на русской. Опереттой увлекся даже Дмитрий Шостакович. Его оперетта «Москва-черемушки» — сплав различных форм и приемов, интонаций лирических и пародийно-сатирических, цитат народных плясовых и песенок времен неба. Дмитрий Шостакович, «Полька с поцелуями и галоп» из оперетты «Москва-черемушки» играет Костромской государственный оркестр народных инструментов.
множество оперет, есть у нас самые любимые. Конечно же, Дунаевский чувствовал жанр как никто другой. Ему удавалось подчеркнуть искренность и легкость не только в оперетах, но и в кинофильмах, которые по сюжету вполне могли бы быть и оперетами тоже. Кинофильм «Цирк» любят, наверное, в нашей стране все. И именно благодаря Дунаевскому этот фильм не стал скучным. Поскольку сюжет этого фильма не будь этой легкой, искрометной и лиричной музыки, возможно, и не пришелся бы нам по душе. Именно музыка Дунаевского сделала фильм «Цирк» одним из самых любимых, который до сих пор мы с нетерпением ждем, когда он появится на экранах. Хорошо, что теперь есть возможность зайти в интернет и посмотреть его столько раз, сколько хочется. А вот послушать удивительно замечательные песни из этого кинофильма у нас есть возможность благодаря нашим чудесным гостям. Исаак Дунаевский «Лунный вальс» из кинофильма «Цирк», солистка Юлия Гончарова. Деятеля Тихона Хренникова.
Его оперетта «Сто чертей и одна девушка» — желанный, но редкий гость на музыкальных сценах. Благодаря замечательной музыке и лихо закрученному сюжету, иногда ее берут в постановку даже в качестве студенческих выпускных работ. Оперетта — лучшее произведение композитора в этом жанре. Она была очень популярна полвека назад, любимой зрителями и артистами. А повествует эта оперетта о том, как совсем еще неопытная, начинающая журналистка Варя задумывает разоблачить махинации, не поверите, сектантов. И вот она оказывается в логове мракобеса и проходимца Агафона, а вручает ее запутавшееся было в сетях вот этих сектантских происков сельская прелестница Степанида. Ну и, конечно же, какая оперетта без любви и положительного героя? В этой роли выступает лесник Григорий. Техноклендников, песни Григория, из оперетты «Сто чертей и одна девушка» поет Максим Катырев. Вокруг
Гаджиев, дуэт Делии и Рауля из оперетты «Куба, любовь моя». На сцене вновь арт-дуэт «Граэль». Юлия Гончарова, Максим Капелев.
Красным Гатарю, Костромской государственный оркестр народных инструментов, дирижер Владимир Сорочкин. Сидеть на месте. Давайте не будем им сопротивляться, тем более антракт, 15 минут, можно подвигаться. В кубинских ритмах запросто. Рада видеть вас вновь на втором отделении нашего концерта «Русская оперетта». 158 лет назад в России поселилась оперетта. 9 апреля 1866 года в Петербурге в Михайловском театре состоялось первое представление оперетты в России. Это была прекрасная Елена Жака Офенбаха. Играла французская труппа, но вскоре и в других театрах стали ставить оперетты французских и австрийских композиторов и привлекали к оперетам уже труппы российские. Российские композиторы на рубеже 19-20 веков также иногда обращались к оперетте, но это были лишь единичные попытки. В это время отечественная сценическая музыкальная комедия в России развивалась больше в жанре водевиля. Ее основным автором был драматург. Музыкальные же номера, танцы и куплеты носили такой немного прикладной характер, вставной, в отличие от оперетты. И вот появление в России оперетты дает толчок к рождению нового музыкального жанра, который не похож на оперетту европейскую, ибо носит оттенки нашего менталитета, нашего характера, и все же музыка в нем становится одним из главных действующих персонажей. Основоположником советской оперетты считают уже упомянутого неоднократно сегодня Исаака Дунаевского, а также Николая Стрельникова. А сюжеты советских оперетт, они искренние, добрые, светлые, чистые, всегда о любви, всегда о дружбе, ну и, конечно же, о созидательном труде. Не исключение оперетта «Золотая долина», где в либретто, в музыке подсказывают, что единственно через любовь можно объединить народы. В самом начале ссорятся влюбленные, грузинка Нина Ботаник и гидрогеолог Николай Русский. И в процессе борьбы за золотую долину, за сохранение урожая и жизни людей, влюбленные мирятся, и заканчивается оперетта праздником урожая. Все это символы, все это метафоры, и все это очень читаемо в этой удивительной опереточной легкости. Исаак Дунаевский, увертюра к оперетте «Золотая долина», исполняет Костромской государственный оркестр народных инструментов. Дирижер, заслуженный деятель искусств России Владимир Сорочкин. Thank you.
русская оперетта нам сегодня особенно приятна благодаря тому, что у нас замечательные гости. Арт-дуэт «Граэль», Максим Катаров и Юлия Гончарова, ведущие солисты Московского театра оперетты, обладающие тонким чутьем, удивительной нежностью. Они владеют голосом, владеют актерским мастерством, удивительно искренние, настоящие, позволяющие верить в то, что русская оперетта будет развиваться, жить и дальше, благодаря тому, что вот такие юные, красивые влюбляются в этот жанр и несут нам добрые, хорошие песни, искренне от души. Исаак Дунаевский, песня «Ивана» из оперетты «Сын клоуна». С огромным удовольствием приглашаю на эту сцену Максима Катарева. Александр Васильевич Сухово-Кобылин начал писать почти в шутку. Зашел за обедом спор,
современной драматургии и упрекнул Сухова-Кобылин, свою сестру, известную писательницу того времени Евгению Тур, в том, что при своем несомненном таланте не пишет она для сцены. Уязвленная, Евгения Тур сказала, что вот возьму и напишу. Присутствующий на том обеде офицер Старочинский, тоже не лишенный, по словам современников, литературного дарования, вступил в спор, сказал, что он тоже попробует что-нибудь написать. И на следующий день поспорившие друзья, увлеченные идеей создания пьесы, принялись за работу. И в следующую субботу, как пишет Сухова-Кобылин, план был готов и одна сцена. Ее я прочитал всей компании, чем и уморил ее со смеху. После этого Евгения Тур и офицер Старочинский от идеи написать пьесу отказались, поскольку были уже сражены искрометным юмором и остротой сюжета, за который взялся Сухова-Кобылин. Ну что ж, так или иначе, но «Свадьба Кречинского» была написана и стала первой пьесой трилогии, фактически всего литературного наследия Сухова-Кобылина, теснейшим образом связанного с его жизнью. И до сих пор она пользуется популярностью, ставят ее и молодые постановщики, раскрывая все новые и новые грани острого этого сюжета. Александр Колкер, роман «Свидочки» из мюзикла «Свадьба Кречинского».
Юлия Горчарова. Теплые аплодисменты в адрес наших гостей. Отрадно мне осознавать, что они нашли дорогу к вашим сердцам, особенно в этом году, в год семьи. Мне радостно осознавать, что Юлия и Максим – это не просто замечательные артисты, но еще и семейная пара, которая позволяющая видеть нам, насколько теплыми и крепкими могут быть отношения. Не случайно так хорошо им удаются дуэты, они понимают друг друга буквально с полувзгляда, с полуслова. Поэтому в дуэтах раскрывается особенная какая-то чувственность и нежность этой пары. Исаак Дунаевский, «Весна» идет из кинофильма «Весна». Дуэт Юлия Горчарова и Максим Катарев.
кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорогу. Юлия Гончарова, Максим Катурин. Иза Дунаевский, галоп из кинофильма «Девушка спешит на свидание». Евгений Гергин и Виктор Рапопорт должен был стать русским либретто оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Я уже упоминала сегодня о том, что когда-то Кальман задумывал это как оперетту, ну, оригинальный текст был оперетту о российской действительности. И вот, помятуя это, решили написать сюжет. Написали, действие было перенесено в Россию 18-го столетия, рассматривались разные варианты названия: «Холопка», «Сиятельная холопка», «Принцесса холопка». Ситуация, представленная в пьесе, усугублялась тем, что выбор главной героини был еще более острым, ведь, выходя замуж за крепостного, она сама становилась крепостной. И тут получилось так, что написанный текст на музыку Кальмана никак не ложился. Так укладывали, и сяк укладывали, не лег. И тогда предложили Стрельникову написать новую музыку. Он написал. Говорят, дело не обошлось, опять же, без дружеского спора и ящика шампанского, но не будем никого судить, тем более, возможно, это просто слухи. Так родилась «Холопка», первая советская историческая оперетта.
Песню «Никиты» из этой оперетты для вас исполнит Максим Катарев. Музыкантов, непризнанных талантов, влюбились все в красоту.
Да, балет — это легкий жанр. Но легкий жанр не означает легкомысленный. Во время Великой Отечественной войны советские театры отдавали предпочтение патриотическому репертуару. С большим успехом на сценах шли «Девушка из Барселоны», «Раскинулось море широко», «Табачный капитан». Ленинградский театр музыкальной комедии не закрывался даже в блокаду, поддерживая своими спектаклями дух жителей осажденного города. 12 премьер, тысячи спектаклей. В 1945 году актеры театра встретили победу премьеры оперетты Юрия Милютина «Девичий переполох». Оперетта по-советски больше, чем просто куплеты оперы. Отечественные авторы придавали развлекательному, казалось бы, жанру сатирические нотки, нотки пародийности, даже элементы агитации. Ну и, конечно же, любовь там тоже была. Это была любовь искренняя, честная. Это была любовь и верность. Это была такая любовь, о которой потом мечтали все девчонки. Семен Заславский, дуэт Алексея и Вали из оперетты «Искатели сокровищ». Сады цветут зеленые, а в них идут влюбленные.
Евгений Птичкин, «Цыганская песня» из оперетты «Бабий бунт». Как небо синее.
вчера ела метелица, по счастливенную дорогу стелится. Тепло встает, не страшен нам мороз, майор, майор, и спрятал шубку нос. В сорок девичьи, как небо синее, ресницы длинные, покрыли синие. По столбу летим с тобой стрелой, звеня бубенчики по сезон филармонии 2023-2024 годов закрыт. И мы очень надеемся, что вот так вот легко, как перышком, музыкой из оперет, из русских оперет, мы смахнули все ваши тревоги и заботы и напомнили о том, что главное — любить, ценить друг друга, помогать друг другу, не отказываться от помощи. И главная идея любой оперетты – это любовь. Любовь с большой буквы, чего мы вам и желаем. До встречи, до новых встреч, новых концертов на сцене.